Всем привет, меня зовут Максим Токвал, GG Family, и мы продолжаем Resident Evil HD Remaster. Итак, у нас есть 4 маски, сейчас мы последнюю поставим. У нас есть дробовик, у нас есть 18 патронов. Я думаю, нам этого хватит. Да, это я знаю. А может быть, конечно, сейчас никого и не будет. На самом-то деле, гроб падет и там... Ничего нет. Ну да. Да нет. Кто-то там все-таки есть, блядь. Ага, и дверь закрой, да? Молодцы, конечно. Блядь. Да кто такой? Супер-зомби? Все? Тихо. Все, сдох? Или нет еще? Ну, кровь не текет. Дверь не открылась. Жечь надо. Быстро, быстро, быстро сжигаем. Отлично. Что-то лежало. А, отлично, патроны для дробовика. Здесь выключатель, нажать его, ну, нажми. Тут что-то есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восьмиугольник, ребятушки, наконец-то мы нашли какой-то. Око за око, зуб за зуб. Да, зубы у него были такие. Да и ногти такие немаленькие. Блин, ну я думал, жестче будет. Надо было, конечно, ставить походу на среднюю. Но там было бы вообще очень трудно. Очень бы трудно было. Нам бы... Если у меня здесь патроны закончились, а пистолет... Что там, чуть-чуть совсем осталось их. То что было бы на той сложности? Я даже не представляю на самом деле. Че, я думаю, сохраняться не будем. Тут ничего сложного я не сделал. И получается, мы идем теперь вниз. А нам хватит одной шестерни-то этой. О, я шестерни говорю. Одного восьмиугольника. Откроешь? Так, а давайте его осмотрим. Восьмиугольный герб. Нет ничего необычного. Хм, интересно. Не, ну ладно, поставим. Так-то он мне точно нафиг не нужен. А вот что делать дальше? Хер знает. Хер знает. Прям вообще в замешательстве. А, вон там, туда же еще можно пройти. Но у меня ни ключей, ничего нет. Ну давайте попробуем. Сейчас мы срежем тут немножко. Интересно. Интересно и непонятно, куда идти теперь. Да, я ожидал то, что будет что-нибудь другое, конечно. Маловато, что-то там нам дали так. Вроде, типа как босс. Вроде как страшный очень. Но что-то... Как и... Тут на картине ничего нет. Еще одна дверь там есть, я помню. Помню. Кстати, сейчас надо сходить еще бензика набрать. Это где-то... Нет, не... Я сейчас тут. А нам надо... А куда?
Блин, так далеко. Может быть, вот сюда надо было пока вставить его? Ну нет, тут какой-то... Тут лев какой-то. Это не то. Сейчас быстренько сбегаю за бензиком. Хотя, может быть, зря. Нет, все-таки сбегаю. Блять! Ай! Мамочки. Блять, надо их сжигать. Они... Так они спали. Смотрите, у них это. Так, у меня так на всех бензина-то не хватит. Че, орете, что ли? И чё? Или они больше не будут вставать? Блять, и патронов потратил. Еще есть? Нет, не осталось ни капли. Фигово. Что делать-то? Поджигать их или не поджигать уже? Может, я сюда просто не вернусь больше никогда? А, все. Ушли. Ну ладно. Только патроны мои потратили. 3 патрона, блядь. Даже больше, я же в первого там 2 раза стрелял. Во второго вроде тоже 2 раза, блядь. Это я, конечно, зря. Так. Ну, получается, да, вот сюда. Единственная дверь. Больше нет ничего. Все, я понял. Все, ребятушки, я понял. Сейчас быстро бежим, забираем герб. Так, тут я могу, да, по короткому пути пройти просто и все. И там, наверное, второй будет. Тогда мы попадем вниз. Ну, я надеюсь на это. Либо там ключ будет с мечом или с чем-то. Нам остался ключ нужный. Как-то так. Запутано, запутано. Конечно, не ожидал я, что один предмет может использоваться в 2 местах. Как-то так. Да, туда. Ну иди. Проблемы у нее какие-то вот с этой дверью именно. Хотя со многими дверями проблемы у нее на самом деле. Забирай. Да. Кстати, не обращал внимания, что там то же самое. А надо было. Ну ладно, побегали немножко. Руку себе прокачали левую на клавиатуре. Даже не могу представить, что нас ждет на самом деле за той дверью. Либо уже печать, либо уже ключ. Либо печать и ключ. Либо там еще нам льву надо глаз вставить, желтый. Как бы много еще чего надо. Много где не были. Ну как много? Чуть-чуть совсем осталось, так где не были. Но все равно. Лифт все еще не работает. Так что
Змея, кстати, уползла. Мы же не убили ее. Она просто свалила. Так что я думаю, она вернется когда-нибудь к нам. На всякий случай. Один патрон зарядила два раза просто. Молодец. Так, вижу хилку, вижу патроны. Это я хожу или кто? Да, это я хожу. Различные горшочки, инструменты. Куда мне столько этих аккумуляторов? Так, подождите. Куда-то мы сходим. Ага, тут вообще неизвестно, да, что, куда и как и зачем. Ну ладно. Погнали. Задний двор. Нет, подождите, пока сюда мы не пойдем. Давайте туда сходим. В большую дверь. Может быть, там что-то полезное для нас есть. На самом деле, на задний двор пока рановато, наверное. Тоже открыто. Да, хоть бы защелку убрала. Это тоже задний двор, только другой проход. Собака. Блять, чуть-чуть не успели. Давай быстрее, 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 быстрее. Отлично, двоих сразу, да? Да, чудненько. Че, по хилке? По хилке-то надо похилиться. Смотрим карту. Тут открыто, там закрыто, да, сразу нам написали. А тут вообще это лифт, походу. Да? Чё, ты мне ничего не скажешь даже насчет этого? Интересно. Интересно, девки пляшут. Если снизу посмотреть. Тут нужен здесь что там? Квадратное отверстие. Нужен рычаг, чтобы осушить, наверное, бассейн. Так она не слезет. Я не умею, скажу, плавать, да? Да. Плавать она не умеет. Тут что-то еще не пойму. А, ну это вот этот проход и есть, да? Окей. Ладно. Погнали в другую сторону. В принципе, с дробовиком нам бояться, я думаю, нечего. Так, там не растите? О, точно. Ой. Да, это мы используем, наверное, сразу. Ну-ка. А вот это мы возьмем, сделаем себе противоядие. Потом, когда вернемся к сундуку. Я забуду, что оно здесь есть. Похоже, это фонтан, но в нем нет воды. Да, надо будет, короче, воду включить. Фонтан тут заработает, а там бассейн осушится. Но это нам только предстоит сделать еще. Ладно, погнали сюда. Так, продолжаем, а то меня тут немножко отвлекают. Ладно. Что тут у нас написано? Похоже на какой-то указатель. Каждое направление
сопровождается подписью. Север — долина разрушений, юг — пещера ненависти, восток — верх безумия и запад — путь смерти. Что бы это значило? Здесь выключатель нажать, нажми. Но нет, пока не нажимай тогда. Стопы. Что, я все равно не понимаю, что происходит ты там. Ну, еще один. Тут куда проходы-то? Только в одну сторону, да? Статуя с глубокими глазами, надпись гласит: последний вздох разрушения. Кстати, синие глаза. Так, смотрите, боевой клич мести. И... последний вздох разрушения. Давайте посмотрим там еще. Блять, хоть записывай. Месть, разрушение, последний вздох. Блять, все забыл уже. Все забыл. Ну ничего, сейчас. Сейчас допетрим. Так. А, север — долина разрушений. Пещера ненависти. Короче, север и запад нужен. Это N и W, да? Да? Наверное. Ты куда сейчас встал там? Не, не туда. А, он не остановится, что ли, теперь? И как мне? Мне больше не надо. Как раз таки красный — это разрушение, да? Блять, а подожди. Север — это долина разрушения. Это Норд. А красная собака — это месть. Это запад. Окей, значит, тут W. Угу. Все, не надо больше. Вроде так. Вроде, если я не перепутал, то так должно быть. Да не, не туда. Да, точно. Все, ништяк, все открылось. Нравятся мне здесь загадки, прям. Ну, на самом деле. Они не сложные, они интересные. Вполне. Блять, вороны. Мне бы пробежать. Я не хочу на них дробовик тратить. Да. Сейчас, если что, ну, надо будет потом вернуться тогда за сундуком, за пистолетом. И с пистолета их пострелять. Ты что такое? Ох, ёб макарёк. Так, статуя какая-то. Ну-ка, дай прочитаю. Огромная статуя тихо стоит в темноте. Все. Блять, ну я же слышал какие-то цепи, блять.
такие же звуки в этом, в подвале, на самом деле-то. Вы что творите-то? Ага, тут уже большая такая территория, но она все равно какая-то небольшая. Странное место. Вот нарисовано одно, а на деле немножко другое. Да, это берем. Давайте тогда сразу смешаем. Пусть будет, пусть лежит в инвентаре. Комбинировать. Отлично. Изучить. Не, ну мы-то знаем, что синяя дает это противоядие. Да и все, в принципе-то. Что за дом? Кто живет? Эй, лесничий, ты где? Даже огонь горит. Даже никого нет, что ли? Ой, отличная карта. Ой, карта заднего. О, тут сохранка. Сохраночка есть. Отлично. Отлично, замечательно. Сейчас я поизучаю немножко, ребята. Ну, в принципе, что изучать-то? Все, взял, взял. Молодец. Так, тут сохранимся. А, тут еще проход. А, сундук. Куда это я слез? Зачем? Не, рычаг-то понятно. Как туда вылезти теперь? Я могу вылезти обратно? Да, могу, отлично. Ладно, тогда надо сохраниться по-любому. Во-первых, это скидываем. Так вот. Потом берем пистолет. Берем сейвы. Так это нам, в принципе, надо. Это мы сейчас обратно, если побежим. Там сразу все поставим. Так что да. Что такое? Что такое? Что это было? Похоже, этим, блядь. Хватит нагнетать, пожалуйста, игра. Ты, блядь. Семейная фотография. Это чей-то журнал. Папочку забрали первую, мамочку забрали вторую. Внутри красно и слизко, белое и твердое. Не настоящая мама где? Не знаю, где папа. Нашел маму опять, когда забрали маму. Короче, какая-то психоделика. Я скучаю по тебе. Сохраняйся. С этими звуками я уже забыл, что я хотел сохраниться даже. Так, ладно, тогда выкидываем все и валим. Ну как все, вот это выкидываем только и все. По сути-то. Что-то кое не понял. Так, ну Берри меня спас, наверное, как обычно, да? Берри. Берричка, ты где? Блять. И что мне делать? Пошла в жопу. Ну-ка, я тебе сейчас на подходе. А,
Так. И давай. Сжигаем, сжигаем быстро. Нет? Ты что? Ты встанешь? Блять. Не, ну, ну тебя нахер. Ну тебя в жопу. И мне кажется, в подвале-то такая же тварь сидит. Можно, конечно, попробовать, ну, побольше пострелять просто. Кто орёт? Привет. А, хедшот. Хедшот, мать твою. Мазефака. Так. И чего? И кто? Так, тут сейчас будут вороны. Давайте ставим пестик, короче. И мочим их пестиком. Почему бы и нет? Блин, траву надо было выложить, тоже занимает только место. Хотя, кто знает это. Все? Тут что-то есть? Так, тут что-то есть. На выступе что-то... Две вертикальные линии, три горизонтальные линии. Может, какой-то символ. Когда ветер подует на земле, тогда звезды засияют на небесах. Так, ну сюда какую-то херню ложить, но у меня этого нету ничего. Правильно? Другие могилки не обыскиваются. Окей. У меня же нету ничего. Но если опять ту штуку забрать, ну, мне кажется, тогда дверь закроется сюда. Можно, конечно, попробовать. А нет, там шести же. Блять, у меня это в сундуке есть. Бля, а где сундук, там эта баба ходит. Это я не хочу с ней это... встречаться больше. Извините. Нахер мне это надо? Я лучше сбегаю в другой сундук, если честно. Там я взял, в принципе, все, что мне надо было. Я взял карту. Я взял там... Что я там взял? Что я там мог взять? Я там взял... рычаг, да. Так, тут же собаки не воскресли? Нет, отлично. Тихо там, не вой давай. Они похожи на тебя. Ну-ка. Что, вода уйдет, да? Или мост выйдет какой-нибудь? Да, вода уйдет. Вода уйдет. Ништяк. Вы слышите звук водопада вдалеке? Я ручку даже забрал. Обалдеть. Ну-ка, слазь. Никто на меня тут не выпрыгнет? Нет, слава богу. Здесь тоже? Я не знаю, эти 5 патронов что оставлять для чего-нибудь. Лифт? И куда? О. Блять, ну не видно было ее там. Все надо.
Ага. Ништяк. Патроны-то закончились. Блять, их тут еще много. Тихо, отстань. Ну-ка, поехали. Питание к лифту не поддается. Где-то здесь должен быть источник питания. Я вижу, где тут источник питания. Есть тут что-то еще, нет? Я не хочу на них тратить дробышные патроны, блин. Дробь не хочу тратить на них. Так. А если бы я туда мог бы, да, наверное, этот... А я не знаю, что делать, не знаю. Ладно. Да, что-то я сюда, знаете, тоже что-то как-то не хочу идти, если честно. Ладно, давайте убьем. Пофигу, потратим патроны. Ну что, мне кажется, я сейчас туда аккумуляторы эти вставлю, гребаные. Блять. Батарея отсутствует. Но я же, блядь, собирал 50 штук их. Варя. Все, последнее, отлично. Какое-то существо плавает в воде. В смысле? Блять, я же собирал эти батарейки гребаные. Че, где, почему их нет у меня? Мычку ты ни с чем не комбинируешь, блин. Так, что там по хилу? Хорошо. Я даже не буду тогда собирать. Там за водопад. Бушующий водопад. Похоже, за ним что-то есть. Надо будет, короче, какой-то срезик открыть. Все, я понял. Потом включить опять воду. И да, мы как раз таки через лифт. Да, да, все, я понял. Окей. Не зря же нам вернули обратно. Ой, блядь. Я добежал. В целости и сохранности. Это мы где? Сторожка? Так, это не та сторожка? Да вряд ли. Блять, столько зеленых растений. Чувствую я, будет мне босс. Да? Какие-то дырки. Что за дырки? Ай, мать твою. Я понял, для чего так много синих растений. Все, сдох, козел. Что такое? Ты не встанешь же? У тебя же жопа пробита. Ты не должен встать. Пока я даже собирать тут ничего не буду. Красная керосиновая лампа, но она не горит. Так давай подожгем. Странный силуэт проявился в красном свете. Есть ли в этом какой-то смысл? Так, глаз какой-то. Наверное. Плейбой какой-то. Дартс. Сетка украшена тарелками. Так, вон, вижу еще одного паука. Достану я отсюда до него или нет?
Но он там с той стороны. Ладно, пофигу пока. Несколько бильярдных шаров. 2, 3, 4, 5, 6. Нет ничего необычного в их расположении, но... Нужен кий? Так, еще одна лампа, да? Да подожди ты ее, что ты на нее тычешь-то? Ну, опять глаз какой-то. Патроны. Штяк. Где ты, сволочь? Ну, спускайся давай. Ладно, берем быстренько патроны. Сколько там? 6. Где он там? А, все, спустился. Или нет? Я сейчас шмальну по тебе, сволочь. Отлично. Что там куча? Короче, ненужного. Зеленая керосиновая лампа. Зажигай. Мне кажется, нет. Красная книга. Это аптечка. Да, пистолет мешается теперь, блин. Что же делать, что же делать? Ну ладно. На самом деле, надо заканчивать. Да выйди ты отсюда! Реклама соревнования по армрестлингу. Победитель будет назван шефом на день полицейского департамента Ракун-Сити. Ясно. Ладно, ребята, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, конечно же, жмите колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме, делитесь видео. В общем, все как обычно, все как всегда. На этом все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.